Значит, он достаточно индифферентно. В санкциях содержится достаточно абсурдное положение о каких-то активах и так далее, но всем известно, что никаких активов, собственно, кроме тех, которые декларируются каждый год, значит, в размере прицепа и квартиры, значит, и еще там каких-то банковских вкладов, у президента нет. Поставки оружия, вооружения, боеприпасов на территорию Украины, с нашей точки зрения, может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, ничему. А в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия. Мединский имеет определенные деловые качества, он имеет глубочайшую экспертизу. Это представитель очень высокого уровня, это помощник президента. Вот, собственно, все, что необходимо для проведения переговоров, и чем в первую очередь руководствовался президент. Потом это помощник президента Российской Федерации. Это в целом достаточно говорящая должность.